На Красноярской сцене выступят актеры Московского драматического театра на Малой Бронной. Зрителям представят самую известную пьесу Эмона Арастана «Сирано де Бержерак». Современный спектакль поставил режиссер Павел Сафонов. Постановщик решил отказаться от классической пьесы и бутафорских предметов. На сцене минимум декораций, их будут создавать в режиме онлайн на глазах у зрителей. Главные роли Сирано и Роксаны сыграют знаменитые актеры театра и кино Григорий Антипенко и Ольга Ломоносова. Артисты рассказывают, этот спектакль не оставит никого равнодушным. Постановка будет идти на сцене Большого концертного зала 2 дня. Он возвращает веру зрителя в настоящий театр, в подлинный. Когда руки трясутся после спектакля, когда выходят все зареванные, заплаканные. Там очень неожиданно Гриша. Ну вот правда, все... Да, там все неожиданно. Нет, ну правда, просто все, там кто очень знает, хорошая режиссура. Это... Там интересное, нестандартное, неформальное, неакадемическое, но при этом без какого-то излишества.